известен, чем известен Святослав. Бледен, беден, молью еден, худощав. Принимая, не грустин, он гуляет средь могил. Святослав, Святослав, Святослав. Принимая, не грустин, он гуляет средь могил. Святослав, Святослав, Святослав. Чем известен Ярослав? Вытирает нос, моркаясь об рукав. Принимая часто бром, он гуляет с топором. Ярослав, Ярослав, Ярослав. Принимая часто бром, он гуляет с топором. Ярослав, Ярослав, Ярослав. Чем известен Мирослав? Он гуляет с видом важным, словно граф. Подумаешь, расстегнув плащ на лету, открывает наготу. Мирослав, Мирослав, Мирослав. Расстегнув плащ на лету, открывает наготу. Мирослав, Мирослав, Мирослав. Чем известен Ростислав? Варит зелье запрещенное из трав. Буль-буль-буль. А приняв этот настой, он гуляет по Тверской. Ростислав, Ростислав, Ростислав. А приняв этот настой, он гуляет по Тверской. Ростислав, Ростислав, Ростислав. Чем известен Станислав? Он полжизни проповедует фрилав. Ведь лекарство от всех бед — это промискуитет. Станислав, Станислав, Станислав. Ведь лекарство от всех бед — это промискуитет. Станислав, Станислав, Станислав. Чем известен Вячеслав? Просыпаясь средь помоек и канав. Ой, фу. Достает из бороды часть оставшейся еды. Вячеслав, Вячеслав, Вячеслав. Достает из бороды часть оставшейся еды. Вячеслав, Вячеслав, Вячеслав. Чем известен Михаил? А чем, собственно? Святославом он гуляет средь могил. Ой, мама. Ну а лучше б от греха шел он на ВДНХ. Михаил, Михаил, Михаил. Ну а лучше б от греха он гулял в ВДНХ. Михаил, Михаил, Михаил. Чем известен Валентин? Автор многих вызывающих картин. Он нередко применял вместо красок кровь и кал. Валентин, Валентин, Валентин. Какая мерзость. Он нередко применял вместо красок кровь и кал. Валентин, Валентин, Валентин. Чем известен Самуил? Вся земля под ним становится как ил. Во дворе все говорят, очень трепетный сектант. Самуил, Самуил, Самуил. Во дворе все говорят, очень трепетный сектант. Самуил, Самуил, Самуил. Чем известен Даниил? Про него я текст еще не сочинил. Вот, к примеру, можно так, невменяемый маньяк. Даниил, Даниил, Даниил. Да, к примеру, можно так, невменяемый маньяк. Даниил, Даниил, Даниил. Чем известен Велимир? Это что еще за имя? Носит свитер молью съеденный до дыр. Ам-ам-ам. Поклоняясь только злу, ходит воет на луну. Велимир, Велимир, Велимир. Поклоняясь только злу, ходит воет на луну. Ну ладно, хватит. Велимир, Велимир, Велимир. Чем известен Алексей? Алексей. Он нашел однажды палец в колбасе. В колбасе? И теперь уж пятый год он не ест, не спит, не пьет. Алексей, Алексей, Алексей. И теперь уж пятый год он не ест, не спит, не пьет. Алексей, Алексей, Алексей. Чем известны все они? Это тайные все образы мои. Или этот, или тот прототип и антипод. Святослав, Ярослав, Мирослав. Или этот, или тот прототип и антипод. Ростислав, Станислав, Вячеслав. Или этот, или тот прототип и антипод. Михаил, Валентин, Самуил.
или этот, или тот прототип и антипод. Даниил, Велимир, Алексей.